С 6 по 8 апреля в Санкт-Петербурге прошел 5-й Всероссийский форум студентов медицинских и фармацевтических вузов. В его работе приняли участие представители Министерства здравоохранения, студенты из 51 медицинского вуза и 3 медицинских колледжей, а также студенты медицинских факультетов государственных вузов, руководители образовательных учреждений подведомственных Минздраву Российской Федерации и выдающиеся деятели медицины. Традиционно форум стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов медицинского и фармацевтического образования, а также знакомства и обмена опытом студентов-медиков из разных уголков России. В этом году стало больше мастер-классов, появились новые эксперты и тренеры, квалифицированные специалисты в области медицины, представители ассоциации тренеров студенческой молодежи, научные консультанты, бизнес-тренеры и специалисты в области клинической психологии. В программу форума вошли заседания круглых столов с участием 24 экспертов. Обсуждались различные направления научной работы вузов, перспективы развития медицинского образования, медицинская и внеучебная деятельность, а также роль студенческих организаций в вузе. Впервые в рамках форума состоялась централизованная сдача норм ГТО по следующим дисциплинам: плавание, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, наклоны вперед, бег на 100 метров, 2,3 километра, метание гранаты и стрельба из малокалиберной винтовки. Всемирный день здоровья 7 апреля в рамках форума были проведены волонтерские акции, призванные научить правилам оказания неотложной помощи, продвигающие здоровый образ жизни. В историческом центре Петербурга на Каменноостровском проспекте и Малой Конюшенной улице и в нескольких учреждениях города, в школах номер 197 и 104, в детском саду номер 139, в Санкт-Петербургском экономическом университете, в отделении детской онкогематологии 31-й городской больницы, студенты-волонтеры делились своими знаниями и практическим опытом.
Также все желающие могли пройти тест на переносимость физической нагрузки. Они должны найти слова, чтобы привлечь людей на свои станции. Они должны научить их сердечно-легочной реанимации. Должны научить их оказывать помощь в сложных уличных условиях. Должны научить диагностировать инсульт по первым его признакам, накладывать шины на нижние конечности и многое-многое другое. Мастер-класс «Конфликт в практике врачам» вызвал, конечно, достаточно большой интерес, потому что конфликтные ситуации встречаются сплошь и рядом, каждый день. Мы моделировали разные ситуации конфликтные. Конфликтные ситуации, начиная от бытовых и транспортных, заканчивая конфликтами во врачебной практике. Вчера состоялся тренинг на тему «Международная практика без границ». И по итогам этого тренинга самое главное, что я поняла, что все границы в нашем сознании. И без преодоления этих границ нельзя говорить ни о каких других перспективах. Все возможности в нас самих. Нужно просто уметь сломать барьеры и сделать шаг вперед. И мы очень надеемся, что эта школа актива, школа лучших наших студентов, это подготовка и будущих управленческих кадров, и будущих светил нашей медицинской науки. Восьмое апреля участники форума провели в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре имени Алмазова. Было организовано несколько экскурсий. В перинатальный центр с посещением симуляционных классов. В виварий, где проводятся медицинские эксперименты. В Институт молекулярной биологии и генетики с научной лабораторией. В отделении с роботоассистированной хирургией и гибридными операционными. В разделе «Мудрость поколений» выдающиеся деятели медицины Леонид Михайлович Рошаль, Лео Антонович Бакири, Евгений Владимирович Шлихто, Александр Григорьевич Румянцев, Андрей Дмитриевич Каприн поделились со студентами опытом, высказали свою точку зрения на ныне существующие проблемы здравоохранения и ответили на вопросы участников. Заключительным мероприятием форума стала встреча с министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Игоревной Скворцовой.